Сегодня вечером тысячи сибиряков примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти». Прямую трансляцию смотрите на нашем телеканале в 22:00. Торжественные мероприятия в преддверии Дня Победы проходят весь день. Центральной площадкой стал Новосибирский театр оперы и балета. Одним из символов Победы среди тысячи приглашенных был и мой коллега Андрей Баев. В зале аншлаг. Представители власти, общественники, студенты, школьники и, конечно, ветераны. В Новосибирской области сегодня проживает больше 2000 участников Великой Отечественной войны. Сегодня в зале те, кто на передовой, в тылу, в партизанском подполье, в блокадном Ленинграде сокрушал нацизм. Громил его верой в свою страну. Побеждал бесстрашием и мужеством. Участники войны, труженики тыла, наши героические земляки, победители, мы гордимся вами. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мир, за сегодняшний день, за победу. Также среди приглашенных участники специальной военной операции и их семьи. К сожалению, уже не первый год мы встречаем День Победы с пониманием, что русские бойцы вновь освобождают братский народ от нацизма. Нас подавляющее большинство. Тех, у кого генетическая память заставляет об этом думать, не позволяет это забывать. С этими чувствами, чувством гордости за народ-победитель, чувством скорби по жертвам, которые были принесены в эту победу, и с чувством ответственности за будущее нашей страны, чувством уверенности в правоте этого дела, мы встречаем очередной день Великой Победы. Уважаемые новосибирцы, дорогие земляки, я поздравляю вас с 79-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистским захватчиком. Победа будет за нами. Завершилось торжественное собрание выступлением лучших коллективов Новосибирской области.